Сегодня 14 декабря, вторник. И мы решили, уж коль елки так рано продают, то думаем, что пора уже закупать кондитерские изделия на подарки детям. И мы поехали на оптовку, где находится и магазин кондитерской фабрики. Несмотря на будний день, как видите, очень много транспорта на территории складских. Вот магазин кондитерской фабрики или Баенсулу. Итак, это магазин, а это сама кондитерская фабрика. И, судя по всему, работает она сейчас на пределе своих возможностей для того, чтобы обеспечить горожан, и не только горожан, сладкими подарками к новогодним праздникам. Ну а нам пора спешить в магазин. Вдруг не достанется сладких подарков. И точно. Здесь так давно забытые очереди. Очередь. И работают две кассы. Третья касса извиняется перед нами. Не работает. Жаль. Придется стоять. Но зато у нас есть время изучить ассортимент кондитерской фабрики и цены. И подумать еще раз, что же нам приобрести. А думать волей-неволей приходится. Глаза разбегаются, глядя на полки магазина. Ну, кажется, очередь приближается. И, наконец, мы счастливые, с мешком подарков, решили еще раз пробежаться
по магазинчикам. А вдруг что-то еще забыли купить. Ну вот, на этом наше видео заканчивается. Желаем вам здоровья, подготовиться хорошо к новогодним праздникам и хорошо их провести. Всего доброго!